Ну, вначале, наверное, как и обещал, информацию предоставляю по взысканным неустойкам и штрафам с подрядчиков. Итак, по ремонту магистральных дорог города Балаково, производимых ООО «ПИК», за несвоевременное некачественное выполнение работ взысканы штрафных санкций в размере 184 тысячи рублей. Ремонт дворовых территорий в городе Балаково, также производимых ООО «ПИК», за несвоевременное некачественное выполнение работ штрафные санкции составили в размере 50 тысяч. По установке детского оборудования получена положительная экспертиза, работы приняты. Неустойка составила 4,5 тысячи рублей, подрядчик ООО «Клиткин двор». Установка спортивных площадок. Контракт заключен с ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Отчетность официальным подрядчикам не предоставлялась, работы не приняты в связи с отрицательной экспертизой. Повторно размещено уведомление о расторжении контракта. Штраф составил 35 тысяч и неустойка 11 тысяч. Подрядчикам выплачено. По установке малых архитектурных форм. Контракт заключен также с ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Штрафы за ненадлежащее исполнение составили 275 тысяч рублей. Подрядчикам выплачены. Дополнительно направлены требования в банк о выплате банковской гарантии в размере 1 600 000. В ближайшее время будет направлен пакет документов Федеральной антимонопольной службы о внесении в реестр недобросовестных поставщиков в связи с невыполнениями обязательств. Ремонт дороги в селе Старая Медынка. Контракт заключен с ООО «Региональная строительная компания». Неустойка составила 12 тысяч рублей, штраф 183 и 4 тысячи рублей. Всего в совокупности неустойки и штрафы составили 754 900 рублей.